Всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Выбрались на очередную топовую рыбалочку. Нашли новый водоем, он не секретный. И нашли рыбацкое такое место. То есть тут уже организовано. Стульчик стоит. Покажи, стульчик стоит. Такие под удочки эти приспособы. То есть попробуем здесь порыбачить. Сварим сегодня уху на самодельной треноге. Треногу я вам показывал в предыдущей серии части. Затянули уже сюда вещи все. То есть вот тренога, вода, удочки. И посмотрите, какие рыбаки-мудаки. Сколько оставляют после себя мусора. Неужели нельзя за собой сразу забрать и выкинуть это в городе? Вся природа, просто все засрано. Это все рыбаками. Но это капец, даже слов нету, один мат только. Разговаривал с рыбаком, он там дальше сидит. Я прям видел, как у него клюет одна за другой. Но карасик маленький. Сейчас попробуем здесь. Посмотрим, что у нас получится. Сейчас достанем удочки. Удочки все те же. Немножко комарики, конечно, долбят. Вот такие красивые лебеди тут летают. Вон там еще лебеди. Ну, мы потихоньку закинули уже две удочки. Вот со мной оператор. Он уже поймал одного карасика. А я пойду поставлю морды вот тут рядышком. Ну, карасик небольшой, мелкий. Попозже покажу. Лебеди шикарные. По максимуму вам приблизил. Ребята, морды те же самые, просто хлебушка туда закидал. Довольно мелко. Очень мелко, ребята. Хотел вот здесь поставить. Была бы веревка подлиннее. Лебеди прям близко подплывают. Видите, очень мелко. Попробую обувь снять, может быть, пройтись. Подальше поставить за камышек. Одну, ребята, установил, прошелся вот тут вдоль камыша. А там, оказывается, такой бережок неплохой. Сейчас вторую поставим. Очень опасно босиком ходить, так как много стекол. Вон стекло, блин. Это рыбаки вот. Вот тут вообще шикарно. Лебеди плавают. Вот одну поставил, вот на палочку привязал. Мужики на лодках плавают, хотя на лодках запрещено. Вот по такой чаче иду. Тут очень опасно, потому что бутылки валяются. Одну бутылку я видел, вон стекло лежит. Сейчас одну вот сюда привяжем, к этой палочке. Тут поглубже уже. Вот сюда вот. Оп. И к палочке привяжем. Ну вот, привязал. Вот она стоит. Шикарные лебеди. Прям не могу насладиться ими.
Вот рыбак плывет. Ну все, пусть стоит. Одно тут, другое там. Вон там мы сидим, рыбачим. Все, выхожу отсюда. Ну, вода уже теплая. Даже можно будет купаться. Где-то бутылку тут видел. Сейчас покажу вам ее. Во. Прям в воде. Что это? Это рыбаки-мудаки. Охренеть. И вон стекла все. Что за свиньи? Все лишь бы засрать. Ладно, пойдемте рыбачить. Ребята, купил вот такую подкормку с чесноком. Это не реклама, я показывать не буду, что это за это подкормка. Ну, с чесночком. Прям такой аромат чувствуется, чеснок. Сейчас подкормим. Прям так, наверное. Я сделаю камушками, сейчас воды сюда наберу. Размешаю, подкормлю, где у нас стоят морды, ну и здесь подкормим. Во, вот такими камушками. Отлично. Прям всю подкормку туда закину, ну раскидаю по местам, и вся рыба будет наша. Вот такими комочками. Сейчас рыба подойдет. Рыбачим мы на червя. Самое главное, что уже одна поклевка была и одного карасика поймали. Хоть карасик и маленький, отпускать его не стал. Потом покажу, что вообще в итоге мы поймали. Вон рыбка прям плещется здесь, прямо около берега. Уже подходит на чесночок. Ну и пойдемте там подкормим. Также комочки покидаем. Пойдем. У меня сланцы, братан, скрипят. Так, одна у нас вот здесь стоит. Здесь красивее место. Ну, здесь берег не такой резкий. Купаются ребята здесь, нет? Ну, пляж-то есть вот. Берег-то. Ну, я посмотрел, тут бутылки, чего только нету, так что купаться я бы здесь не стал. Ну и туда комочек тоже кинем. Все, ждем рыбку, идем рыбачить, сейчас там остатки подкормим, закидаем. Ребята, пока у нас рыбалка в самом разгаре, приготовим уху. Вот я подготовил дровишки тут, костерчик. Сейчас
чуть-чуть подразожгем и приготовим. Вот на такой самодельной треноге взял воды, треногу, казан. Так. И сейчас установим ее. Сейчас покажу, что за тренога. Вот, ребята, вот такая вот тренога. Вы видели, да, вот эти крючки для обечайки. Она складывается. То есть мы ее сейчас сделаем, как нам надо. Сделана из гровера. Вот, красота. Нальем водички, пусть пока кипит. А потом почищу картошку. Все подготовлю. Картошку, морковку, лук. И сварим бешеную уху. На природе, на костре. Вот, отлично. Чтоб ничего не летело, прикроем. И все, пусть пока кипит. Сейчас покажу. Допустил небольшую ошибку, когда сам делал эту треногу. То есть мне надо было вот в этой трубке, где резьба нарезана, приварить еще гайку. Тогда бы больше резьбы было. Тут где-то два витка всего. А так вот она сделана из гровера. Сварщик мне все прихватил, каждую. Здесь поставил заглушки, чтобы симпатично смотрелось. И вот такая вот тренога универсальная. То есть можно и на эти крючки, вот на эти, да, три крючка приваренных, обечайку, и что-то можно будет пожарить, какие-то стейки, сковородку поставить, либо чайничек. Ну все, вода пусть закипает, рыбалка потихонечку идет. Уже два карасика есть, ну, мелочь. Сейчас почищу картошку, все подготовлю. Ребята, рыбу я взял с собой. Рыба кита называется. То есть голова, хвост, позвоночник сейчас заброшу. Пусть кипит, сварится. Потом разделю и чисто мясо там оставлю. А потом уже будем закидывать картошку, морковку, лук, перец и соль. Атмосферно так, на природе, водоем, летом, на рыбалочке приготовить уху. Так что обязательно поставьте лайк, подпишитесь, кто еще не подписан. Напишите комментарии, как вы ездите на рыбалочке. Ездите вообще или нет. Так, сейчас подумаю, чем крышку снять. Это проблема, конечно. Не, вот тряпочка есть, чтобы бульончик у нас был жирненький. Сейчас покажу, какая там красота у нас.
Так, вот голова уже пошла. Так, хвостик. Это икра. Ох ты, мимо. В камеру смотрю. Во. И позвоночник. Все, ну, пока будет бульон наваристый. А потом я это все достану и только мясо там оставлю, остальное все выкину. Ну вот вода у нас уже закипела. Ложечкой я убираю все, что не надо. Фу, дым прямо в глаза. О-о-о. Уже почистили, подготовили картошку, морковку. Вот картошечки будет вот столько. Пока с рыбой тишина. Ну, поклевочки есть. Ну, мелочь. Говорят, надо на лодке ехать на тот берег. Может быть, когда-нибудь соберемся, съездим на тот берег. Там порыбачим. Ну, а пока готовим уху и рыбачим. Ну вот, ребята, рыба наша сварилась. Сейчас дадим остыть. Поставим. Сейчас остынет, я раздербаню и туда только мясо положу. Вот, ребята, у нас остыло уже. И вот такая масса получилась. То есть одно мясо. Все косточки все убрал. Еще не солил. Не перчил. Все подготовил. Процесс идет. Приходил тут мужичок, сказал, на червя не будет клевать. А на хлеб. Вот поменяли, сейчас на хлеб пробуем. Ну какой-то период аж кишило тут. Мы подкормили, мелочь прибежала. И пробуем на кукурузу. Ну, ради интереса посмотрим, что будет. А пока готовим шикарное блюдо. Сейчас, ребята, посолю. Потом в процессе еще пробовать буду, надо соли или нет. Вот такой черпак. Ой, шикардос вообще. И будем засыпать картошку и морковку, чтобы оно варилось. Оно уже вот-вот скоро сварится, сейчас закипит быстро. Ну вот, ребята, засыпаем морковку. Лук я резать не стал, я не люблю его вареный, я его брошу целый. Когда он сварится, даст свой аромат, я его выкину. Ну и картошечку сразу. Пусть все варится. Соли хватает, вообще самое то. На подкормку подошла одна мелочь. Тут аж кишит, он все булькает.
но не клюет. А тем временем у нас варится уха. Вот так вот у нас уже тут происходит. Нарезал лучок, укроп. Так. Вот такая вкуснотень. Так, что-то полежка отпала. Ладно, готовим дальше. Нормально. Ну вот, ребята, у нас все тут кипит. Чуть-чуть поперчим. Перец такой черный, молотый, он ядреный, так что много я его не буду. Лучше на руку, чтоб не переборщить. Ну вот, буквально чуть-чуть. Можно даже еще чуть-чуть. И закинем сейчас зеленуху. Рыба немножко клюет. Поймали еще. Но только мелочь. А так плещется. Я думаю, что на морды поналазит много. Мы, конечно же, ее отпустим, мелочь. Нам ее некуда. Была бы покрупнее хотя бы, с ладошечку, да, можно было на жеребку поставить. И засыпаем зеленуху. Обалдеть, ребята, аромат уже стоит. И какая красота. Также можно и плов попробовать приготовить. Но это, я думаю, в следующий раз уже. О, дым в глаза. Он на дно прикрыл. Дно задел. Клювало. Сейчас червячка поправим и дальше в бой. Аж поплавок положила. Аж на две удочки не успеваю. Мелочь постоянно дербанит. Во-во-во, пошло, пошло. Эх, рановато.
потихоньку червя подъедают. Так, ладно, бог с этой рыбалкой, пойдемте посмотрим, что у нас там сухой. Кипит на маленьком огне. Ох ты, шикардос, покажи поближе. Вот такая ушица. Ребята, снимаем пробу. Морковка готова. Сейчас попробуем картошку. Картошка тоже готова. Бульон получился как кисель, он такой густой, наваристый. И знаете, делаю так, типа для аромата уголек тушат. Но мы так делать ни в коем случае не будем, потому что это все полная брехня. Ну все, снимаем. Наша уха готова. Так. Куда-то бы поровнее поставить. И как говорил, вот этот лук, я его выкидываю. Потому что лук вареный я не люблю. Ну все, пусть настоится. И сейчас будем ужинать. Уже целый день прошел. Рыбак, на, твоя пайка. Сейчас, ребята, перекусим, немножко порыбачим, пойдем проверим наши морды. Я думаю, туда что-то должно было набежать. Ну что, как тебе щука? Щука, уха. Вообще супер. Всем приятного аппетита, кто кушает. Спасибо. Ребята, клюет постоянно, но мелочь. В общем, перекусили. Уха вообще удалась. Во, ведет, ведет. Смотрите, что творит. Опа, опа. Тут нельзя отходить. Глаз да глаз на... Я решил пойти проверить морды. Пойдемте посмотрим, проверим. Думаю, что-нибудь да у нас там назалазило.
и сразу уберем, чтобы уже в воду не лезть. Природа тут, конечно, шикарная. Тропиночки, мужик ходил, красноголовиков насобирал. Я ему помог, одного нашел. Так, ну что, давайте стрелять. Ты видел, братан? Давай его. Ты видел, кто-то стоял, вытягивал здесь вообще. Тянуло его. Тянуло его, он считал вот так вот. Давай это, вот эту сначала проверим. Ну и сразу достаем их. Блин, я сланцем туда не пойду. Как водолаз. Ну и достанем и пойдем порыбачим, еще пару карасиков поймаем, покажем улов, да будем собираться. Да никого нет. Ну доставай ее. Еще одна есть? Да. Я сейчас хлеб вытряхну оттуда. Странно, конечно, рыба гуляет, должна была попасться. И еще вторая, вот она, на палочке, вон она. Не матерись. Хоть бы в этой карасик хоть один был. О, есть. Два карасика. Ну вот они вот такие мелкие. Ну давай, у меня кошка есть. Берем их. Посмотрю, будет есть он их или нет. То есть, если вот поставить на ночь, то набежит побольше. Это, а это не карасик. Малой, и она еще беременная. Это не карасик, ребята. Похоже на ротанов. Да, ну-ка, специалисты, рыбаки, скажите, что это за рыба. Сейчас достану. Мечта моя. Так, где ты там? Вот кто это? Что это такое? Стоянка зеленая, бля. Ну, либо ротан, либо я не знаю. Давайте отпустим его. Давай, беги. Ну и этого тоже отпускай. Все, ушел. Ладно, пойдемте рыбачить. Ну все, ребята, заканчиваем мы рыбалочку. Мелочь клюет. Сейчас покажу улов. Он у нас вот здесь в пакете. Так, как бы не утонуть тут, конечно. Не хотелось бы. Пойдет вот так. Так. Три бешеных карася. О. Вот такие карасики. Ну вот это еще побольше такое. Где-то карась. О. Такая вот мелочь. Все, убежал сам. И этих тогда к нему же. Все, бегите. Ну и все, ребята, кому понравилось такое видео, к
конечно же, пишите, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.